Великий смешной. В Дубосарах провели викторину к столетию со дня рождения Юрия Никулина. Предлагали прохожим продолжить фразу из любимых фильмов. Вот что получилось. Много будешь знать, скоро состаришься. Ну вот видите, эти все реплики вышли в народ, мы не пользуемся много лет уже. Для того, чтобы тебя оставили на работе, тебе нужно раскрыть... Преступление. Но не рядовое, а преступление... Века, молодец какой! Так отметили век Никулина в Дубосарах. К столетию со дня рождения великого смешного провели викторину. Предлагали прохожим по известным фразам назвать любимое кино. «Бриллиантовая рука», «Операция И», «Кавказская пленница», «Старики-разбойники». Юрий Никулин сыграл более 50 главных ролей. Юрий Никулин, мое детство, как его увидел на экранах, он самый смешной комиков был из всех. Фильмы с его участием вообще потрясающие, комедийные, семейные. Можно смотреть и маленькие дети, и также взрослые. Очень радует, что в нашем городе вот такие звезды, как Юрий Никулин, приезжают, отдыхали, видели наш край. Да, Никулин приезжал в Дубосары. Любил городской пляж, ездил по селам, посещал предприятия, пробовал местную кухню. Во многих семьях хранят фото с артистом. Вот Никулин с женой и собакой, это его первый визит. Вот со сломанной рукой, как в том самом фильме. Накануне на площади в Дубосарах в честь артиста сделали выставку. Будучи очень известным, очень популярным человеком, он всегда оставался простым, доступным и очень скромным. Поэтому он... легко нашел общий язык с нашими дубосарцами, охотно с ними общался и много фотографировался, оставив о себе самые теплые и светлые воспоминания. В Дубосарах Никулина любят и вспоминают. Кстати, пляж, на котором бывал артист, хотят назвать его именем.